практически больше всех пропускают. Лиза, кстати, с химиком будет не вам следующий стрих. Мечков будет бросать сам. Скорее наоборот, на ворота, на которые Грязнов должен был реагировать, сейчас через третий номер. Нива остается с шайбой. Еще один наброс на Грязнова. И все-таки шайба влетает в ворот. Удачный отскок. Матвей оказался в нужное время в нужном месте. Не промахнулся по пустым воротам соперника. Герчук еще и голевую передачу не слышал. Завязал и тут же четвертый гол. Но вот здесь уже это борьба на точке для отбрасывания. Ошибка своей силы совершена. И пусть на голевую передачу Мечков выигрывает это отбрасывание. Мечков не прошла голевую передачу на вторым темпом. Ой-ой-ой-ой-ой. Но вторым темпом, ворота петербургской команды. Не Мечков, ближний бросок. Остался Никита Богданов. Остановит 88-го номера Данила Герчука на бросок. Его партнеры по команде. Бросок у него сильный. Еще одна попытка. И на сей раз реализовано большинство. Матвей Мечков. Домашняя атака для армейцев. Против Рязани в этом игре, кстати, похоже. Одна из шайб была похожа. Но встреча, потому что она тоже в большинстве была заложена. И Николаушка 79,6. Коэффициент надежности у химика. И гол, словно подтверждение моих слов, что пока стоит в команде. Мы смотрим еще раз повтор. Так, Матвея вывели на эту передачу. Прекрасная, которая помогла Мечкову отличиться в сегодняшней встрече. И пас. Пас, конечно, здесь очень важное значение имел Данил Сабунов.